такая высота семейной культуры была предопределена идеалами, на которых, собственно, и воспитывались дети. Это благочестие, трудолюбие, доброта, красота и здоровье. Давайте мы с вами сейчас попробуем поговорить подробнее о каждом из этих идеалов, на которых мы должны с вами воспитывать наших детей. Итак, идеал благочестия. Возник из идеи христианского очищения человека, из устремленности к святости, из подвижнической решимости при помощи благодатной силы обрести богосыновное достоинство и спасение в вечной жизни. Во внешней жизни, в самом обыденном поведении, в повседневных занятиях, во многих чертах домашней обстановки четко проступает состояние их веры, сохраняется память о Боге и обращение к Нему. Желание сделать дом своим местом, святое место, да, в доме, создать малую церковь, семью, свою семью как малую церковь, реализовывалось прежде всего в освящении своего дома, своего жилища и в наличии в доме икон и других святынь. Вот раньше и сейчас, но раньше, конечно, чаще место, где висели иконы, горела лампада, называли красный угол, да? То есть это было особое место в каждом доме. Thank you.